бычки эти закрывать, рассылка, и ты... Кто меня нахуй в призрака превращает в эту хуйню, блядь, скелета, блядь? Закрывать это говно все. И тогда, когда приоденетесь и будете в Геру гонять. Ебашим трэш. Все по-резкому делаем, без всякого говна, без АФК. У подушки КД, говорит. Ну, КД тогда надо свичнуть. Там ассисты есть, о, у вас, богу. Я пока не снимал. Свичните того, кто хочет в рейд. Вон там друид какой-то есть. Не знаю, там посмотрите. Мобов этих, косты избивайте станом, фером, притяжкой, откидывалкой, этой хуном, всей хуйней. Пук в рейде, я хуй знаю. Нет, пуга не должно быть. Там не пук, там нурик нахапали. А куда моб этот побежал вокруг дерева, нахуй? А, ДКшник не в гильдии. Да ДКшник это сот. Да, ДКшник это хурюк. Ну он типа как тот же хурюк дает, так же двадцатку хуярит. Да. Да, я знаю, что да. Десятки. Короче, будем думать. Вот эти рейды, они в приоритете. Будем думать. Десятки до РТ, после РТ. Еще ГМУ мне понравилось. Надо будем ходить, так как новые челики есть. Им Т4 зарядим там на пару спеков. Я, короче, врываюсь. Ох, хуярим. Ну или забирай там кого хочешь. Хуй с ним, я эти... На пробудителях тогда группа набираю. Там чисто так, для справки. Этот, как он называется? Милики, вот вы четырем сдохли, блядь. От зерной волны можно дойти, блядь. Потому что когда командир рядом с этими мобами, он их, видишь, усиливает, блядь. А еще этого пробудителя мне сюда. О, видал, я от одного... А, сука, все равно откинула тварь. За ДКшника проще, бегаешь вокруг них, оковы кастуешь и все. Вот смотри, медведь отбежал, видите все? Вот так отбегаете и все, блядь. И подбегаете обратно и бьете, блядь, и пиздец. Это был гайд, блядь. Вот смотри, отбежал. Хуяк, волна прошла, подбежал, блядь, бьешь дальше. Вот и все, блядь. Скукотища. А вот не отбежал. Смотри, видели, я подлетел просто вверх, и, блядь, нихуя. Акробатический медведь. Успел докастовать. Я же говорю, веселые рейды. Короче, кто не знает тактику, господа новые, кто чего-то не знает, блять, какую-то хуйню там недопонимает, сразу ставьте в известность об этом. Я там, допустим, не был на Личе, я там не был на Синре, блять, сразу все говорим. Чтобы было понятно, как, ну, как с вами обращаться. Потому что, ну, чтобы была связь. Так, что друида закинули, да? Ну там ассисты есть, там кто шалфир или кто-то, пораскидывайте. Пошли следующую мачку. Че, я сагрил тут? Сейчас эти пидоры кастовать начнут эту хуйню свою. Вот он кастует, похуй, ну давай. И подъебало не заходите вот этим, которые с мечами. Просто осторожнее ждите, пока агро наберут танки там. Что-то равник не захотел забрать всех. Да, ему стан пропишу, короче. А, блять. Раги нет, что ли? А чё вы все молчите, нихуя не говорите, блядь? Чё, один должен пиздеть, что ли? Я ж так заебусь. Здорово. Здорово. Здорово, ёпта. Здорово, ёпта. Только это самое, там, ну, на будущее, если, допустим, я там спрашиваю, кому Т4 надо или кому там налога надо, не говорите просто я, а то, ну, я телепатией не владею. Ну, когда что-то говорите, там, не говорите я, то есть, там, называйте ник свой, там, допустим, Ультра Приз, четвертая пати, там, и так далее. А то это привычка такая у людей интересная. Как будто, знаешь, как будто все телепатии владеют я, блядь, а я не знаю голос, нахуй, ну, допустим, Биг Дема, там, Синтека запомнил голос, еще там кого-то, ну, не 30 же человек в рейде.
Я, короче, ханта сделал, ну, до 60-го докачаю и стопну ему уровень. Вот. Это я знаю, что синтек, блядь. А так бы я спросил, кто это, блядь. Еще три моба вот этих ебанем. Так, нужен нам третий танк или нет на подстраховочку? Третий танк у кого есть? Не нужен? Синтека. Нужен, нужен. У вас разъебет вас. Спорим на косарь, что не разъебет. Ладно. Косарь голды. Ну, косарь голды, да. Что за казино началось? Типа мы с рарником, это ровные типы, бля, мы не сдохнем. Ну, вообще это от тебя зависит, как ты хилить будешь. И от остальных четырех хилов напрямую. Ну, я тоже разделку не ходил. А это, блядь, нихуя. Смотри, я на медведе просто вверх подлетаю. Даже у меня волна даже, сука, не откидывает назад, нахуй. У меня просто вверх подкидывает. Вот я отбегу лучше в пизду. А, все, красава. Так, а кто ты говоришь? У кого есть? У синтека. Синтек. Да какой синтек, нахуй, ты хил? Да пусть танчит. Да мы сдохнем нахуй в 4 хила. Сдохнем. Наказать спрыгнуть. Вообще-то в 3. У кого? У кого есть? Ну там вон друид какой-то, он еще офнулся. Ставьте шка. Не, это просто какая-то сова. Сова? Так а нахуй нам сова? Надо хил. У кого хилы еще есть? Блять, кого спекнуть-то? Ультра, ДЦшник, да, помню. Давай тебя в ДЦшника, да, нормально. У нас вот здесь ДЦ. Рой будет. Этот самый. Кто там спекнется? Хайрина, ты спекнешься или кто? Третьего, вспомогательного. Вот только сэр проебу, блядь. Или у кого там есть танк? Ну быстрее, блядь, прием. Что-то друидов дохуя. Ты сюда, блядь. Ты сюда. Так чё, блядь, у кого там танк есть? Вон Эрдру пишет. Эрдру. Бля. Ща он прилетит. Да пускай будете в 6 хилов нахуй. Два ДЦшника за танками посмотрит. Двое зубов лучше, чем одни. Ну-ка, ща мы его осмотрим. Так, 257-й. Да он вообще бисовый, блядь. Ну-ка, в первой ветке чё. А чё ты благоволение природы не берешь? Ты же в Дисе, да? ОДЖ. Тоже недавно играешь, наверное. Лихо стыда хуя. Не знаю, почему-то тал не берут, блять. Это охуенный тал. Я не знаю, я посчитал, что он мне не нужен, если честно, да, бля. Тут ты просто, ну, математику-то включи. Ты, как он может быть ненужный? Ты там хосты, блять. 20%, блять. Это же пиздец. Это сколько в рейтинге? Это сколько будет? Это пиздец будет. А чё у нас хилов дохуя? Там не хоста, там именно скорость произнесения заклинаний. Оно не дает самой хосты. Она... То есть у тебя ГКД быстрее не станет. У вас просто оставать. Может, мне в танк спекнуться? Ну, вообще-то, если у него есть символ стремительный этой, то фотки. Фотка быстрее будет так, давай. Ты на ком, Нурик? Какой танк? Не-не-не, хэпал нужен. На этот самый. Кто ты говоришь еще? Тот же, Эрдро тоже. Да. О, во второй пальце. Этот, ну. Три хила за глаза хватает, по сути. Блять, почему вам нравится? Вот давай, мы попиздеть пришли сюда или что? Давайте, я просто пуляю и все. Спекнемся там на халёне потом. Че, я двоих держу? Ну, если третьего танка нету, то да. Ой, что-то подлагало, нихуя. Там рейндж набирайте, самое главное. Хули, 90 стаков, похую всем на рейндж, да? Мы такое не знаем слово, да? Рейндж, расстояние между собой. Набираем побольше. Так. Ты смотри, это. С правого плеча моего босса будет появляться копия. Ну вот, под ебалом кто-то зашел рога. Ходитесь подальше от босса на максимальном рейндже. Короче, пандемониум, сакру и бабл будешь прожимать перед 33. Ну и рарник тоже самое. Хотя не бабл, ну. А хотя хуй знает, бабл есть. Босс у меня макрос на отменился.
Все, давайте, жмите. Копия появилась. Ты ее стаунтил, я тоже стаунтил. Ну ладно, потом заберешь с меня. Сейчас отведу босса дальше по полукругу, а ты этого заберешь. Ты босса с меня, да, забрал? А нет, вот. Все, нормально. Не, обратно хил, босс. Хил, хил. Еще по полукругу проведу, ты там это да, быстрее проведу. Все, главное беги постоянно, и тебя эти пидоры вертушка не будет. А когда вертушка нету, ты можешь стоять. Ну все, бейте любую копию, только смотрите его, насколько на ней агро набрано. Главное рейндж побольше между собой. Ну и за танками двигайтесь. Это разбойники, яд, как он называется, анестезирующий, включайте, есть у кого-то, плюс аните в рейд. Я на это, я намажу. Ага, ну всё. Disgraced. Заходи, кто там, Гинст. Да, Рога, сразу на коня садись. Погнали дальше. Так, сейчас, короче, это ультраприста, наверное, обратно спекнем. Эрдру, вот же, как у тебя с тактикой? РС, ЦЛК. В двух словах. Циркл хорош. Герой Норскола, да, типа X5. Это тот самый сервер, где челики стоят в зеленой луже на леди и заливают трэш под леди. За 3 минуты босса убивают. Ну да, наверное, тот же, потому что у леди 14 лямов хп, да? Или 20. И 14 маны. Или 14 лямов хп и 8 маны. Блять, как-то так примерно. Дайте массакру какую-то. А, вот дали. А чё вы, блядь, а чё вы бичи такие, нахуй, ну, друг с другом стоите с красными метками, чё совсем, блядь, крейзи. Иди стрим, я буду докакать. Сейчас. Нам надо больше девочек в гильдию, хотя не, подушка будет ругаться. Чё вы так за эту подушку цепляетесь, она, блядь, не хилит нормально? Ну началось, блядь. Блять, шаман-суицидник, блять. Просто взорвал сразу, блядь. Все, блядь. Шаблон, все полетели. Ничего нахуй, все когда-то были нубами и слагающими компами. Это же не все. А ты скрины делал? Да, у тебя есть пруфы. Пруфы. Не-не-не-не-не, того, что тебе писали в чате. Блинырю. Почему мне этим заниматься? Нет. Это был правильный ответ. Так, ну короче, рарник, 2 пачки мобов тогда, раз мы уж сильные. В свету будет один хуй и пандемониум, остальные 3 хила во тьме. Так, мне, ну раз друид циркл, то местам испекнем шипешника. Заезжай. Сейчас можно спекнуть. Да, да, спекайся. Я тебя свичну с пристом, с друидом обратно. Так, ну давай, чё там, приход, блядь. Поехали. Нихуя, почти 12 тысяч увечим. Берегитесь.
Это рарник, второго танка нет. Да. Так вот у меня фишка. Смыкаешь? Кто с набором постарался? Хурюк набирал, кто-то еще там, Равис набирал. Я много кого набирал. Вообще заебись. Еще если эти люди останутся, ну, то есть если такой же приход на РТ будет на следующем КД, это большие перспективы. ТТГ, ГМХМ тоже поставим для этого рейда. Возрождение статика взятого и из Покмана, без взятого из Покмана. Езжайте на ту сторону, только не через босса. Петов уберите, не спульте босса. Что там взято из Покмана? Ну, типа возрождение статика. Ну, когда они были, все люди с тех статиков, были фулл 25. А сейчас половина людей ушло, не играет. Сейчас будет возрождение. Только без них. Некоторые остались. Ну да, некоторые. Те, кто остались, вообще красавчики. Просто играть хотят, вот и все. Что я такой маленький, блядь? Кто-то меня уменьшил. Дорогая, я уменьшил Войда. Так. Интересно, как я буду выглядеть в медведе. Ну-ка. Я затанчу соло. Так. Надо ассистов снять, да? Так, когда в ЦЛК полетим, аддон и ПГП лутмастер надо будет. 7 лет не был. Бегай за всеми. Вот и тактика твоя. Так, во тьме будут... короче, тебя лучше выкинуть в свет. Паладин, так как ты не шаришь, Вадикон пускай тут, там будет. Так, рарник танчит свет. И кто там у нас, блядь? Ладно, пускай так, рарник танчит свет. Я с пула начну. Потом первая, вторая остаетесь во тьме до конца. Третья, четвертая выходите в свет на третью фазу. Так, путеводная звезда ваша в свету будет. Шелфир, ассист. Так, а во тьме путеводная звезда будет... Давай, Вадикон, ассист. Ты будешь показывать, где... Сейчас, погодите, на минуту, отойди срочно. Давай. Вадикон будет показывать, где стоять, чтобы вас не убило лезвие. Все, кто во тьме, если первый раз тут, то смотрим на квадрат. И можете даже ничего не... Чего? Ты зря меня, и у меня опыта-то немного во тьме, я же РДД. Блять. Святос, ты тогда, да? Или Хайрина, ты? Да. Кто, что, да, Хайрина? Да, да. Все, Хайрина тогда будет. Так, тогда Хайрина будет квадратом. Если что, ассист, если вдруг слетит, я хуй знает, обновит он там метку, нет. Шелфир в рейде, это звездочка, допустим. А, говоришь, метеор там на третьей фазе и диспелит, если не диспелит. Ну или диспелишь сам там. Вот, ну в принципе там под демонем один хуй. Во тьме синтек. Так, шамана давай посмотрим. Так, шаман, смекаешь, все здесь нормально, да? Так, камни ЛКшные. Так, надо что-то менять тебе. Т4 убивать в башке. Башка вообще говно. Шаман, ты как по игре играешь? Нормально? Ну, шмот говнище, но как у тебя по игре? Ршам, который пятый пати. Да. Тут ни разу не был. Этот самый. Вот тебе дополнительно. Синтек, вот ромбик. Дерево. Бегай с ним. Хель меня, щит земли на меня кидай. И этот. О, этот. Ну, который циркуля друид. Смотрите, если вдруг шаман сдохнет в лезвии, то вы вдвоем будете. Синтек все на тебе будет. Чините сюда живса, ешьте рыбу. А, нахуй, зефирит, блядь. Кто распылить может? Киньте обмен войду. А, это, блядь, кто в ГМ обычке был. Ладно, похуй, продам тогда. А ты не был в обычке.
Еще раз повторяю для тех, кто не слушал. Третья, четвертая пати — это РДД. Они выходят в свет. Первая и вторая пати остаются во тьме. Рарник танчит свету. Рарник, Пандемониум и Один Хуй не заходят. Они остаются здесь, ждут третью фазу. Все остальные заходят. Выходят третья, четвертая пати. И хилы, это самое, во тьме. Два друида и Эршам. ПС, а чё тебе? ПС, а чё тебе надо? Тьма это да, в портал входить. Сейчас. Вот тут встаньте в этот квадрат, чтобы вы не были за линией и не шевелитесь. Ничего не делайте, сейчас проверка на готовность. Друид там еще остался. Так, кто им тэшит? На кого сейчас напуливать? Сейчас на Войда напульте. Рарник уже после метеора заберешь. Зайдите за линию, кто там, этот, Макалстер, зайди за линию, прием, ты тут, что ты там, огонь появится, ты не зайдешь потом, все, стойте. Это, когда бегу к боссу, ничего не делайте, просто смотрите. Все, бьем. Метеор перебежали. Так, все, рарник забрал. Уже на рарника можно пульнуть разок. Один хуй, встань, братан, в метке, пожалуйста. В квадраты, звезды, вот в эту всю хуйню. Не стой под ебалом. Старайтесь перпендикулярно 90 градусов к боссу стоять. Сюда будете выбегать, вот где медведь. Здесь уже дыхание, блять. 120 градусов. Вот, рога выносит. Три секунды фаза, 0.5%, 1 секунда, все перевели по команде. Заходите в тьму с треугольника. Так, что у нас по шаманам? Давай. Ты находишь, ты тоже заходи. Давай Геру шаман. Динхую я не говорил заходить. Дай пусть поможет. Че вы похилите, сука, Войда, друиды нахуй. Этот, синтек нахуй. Работаем, блять. Видишь, шаман не хилит волной нахуй, он хуйней там занимается. Начинай хилить меня. Двигаемся сбоку. Метку выноси. Злобный. Ты соло захилишь, слышишь, Пандемониум? Да, конечно. Оставайся здесь, Один Хуй. А то я ебал такие приключения. Исповедь меня побольше кастуй. Форс-мажор. Макалстер, води лока, не урони. Сука, пришли сейчас, извини. Хорошо, стопайте дамаг. Третья, четвертая на выход. Первая, вторая, стопаем дамаг полностью. Так, третья, четвертая, мистери там что-то вылетел. Ладно, пойдет. Скажу, когда бить, пока автоатакой бейте. Куда вы под лицо залезли? Уйди. Тьма вообще не бьем, даже автоатакой не бьем. 70, блядь. Рарника там сильно хиль, там вас пробивает. Метеор перебежали. Пока стоим, тьма не бьем. Сколько разведочка. Сколько у вас живых, Шелфир, там? Песа, выбегай. Песа, выйди. Макалстер умер. Пока нормально. Все, тьма бьем 50%. Надеюсь, вам стыдно, когда вы подыхаете, как бичи. Ну, хз, у меня анимации не было метеорита. Я поэтому и стоял на месте. Ладно. Так, давайте свету побольше дамажьте. А, тут еще мистери, нахуй. Давай. А, он тут. Ты не дамажь в тьме, иди в свет выходи. Угу. Метеор перебежали. Смотри, там только отбеги, там метеоры, вся хуйня там.
Здесь сейчас 50 будет. А нет, 70 нахуй. Тьма полностью стопаем, святость выносим. Стопаем автоатаку, убираем, чилим. Свету там, смотрите, свои выжмите. Вам босс больше бьет. Еще стоим, чилим. На автоатаке можете постоять во тьме. Все, каста, выдержу. Все, бьем тьма. Метеор перебежали. Захильте, захильте, захильте. Хайрина, ну какого хуя нахуй? Бери ебаную притяжку или что там у тебя на ебаной твоей панели, блядь. Что это было за говно, нахуй? Друид метку вынес там? А, вот, молодец. Ебать, Хайрина, ты понимаешь, что ты вайпнул рейд, нахуй? Да. А какого хуя ты, блядь? Притяжку убери там или как? Поставь, сделай так, чтобы такого не было. Вот чешка РПБшная. Набрал. Так, поехали. Значит, это самое. Для вновь прибывших. Сейчас в ЦЛК летим, значит, это по ходу дела скачивайте аддон и PGP Loadmaster. Сейчас я смотрю все равно по приоритету. А, и еще, инфа, пока вы все новенькие здесь, в DC, и всем остальным новеньким передавайте. За неделю первую рейдов, в конце этой первой недели, как вот она кончится, ну не эту, буду считать следующую, это идет начисление стартового ИП, там 4000. Вот. Если кто-то активный игрок, там, ну, хочет рейдить, перспективный, все там и так далее, напишите мне об этом, чтобы я вам начислил. Потому что очень много людей отследить не смогу, кто там когда рейдил, кто там когда онлайн был. Так что имейте в виду, ну, вам это нужно, ИП, чтобы побольше было. Буст какой-то при старте был. Так, Disgraced. Ну я, блядь, уже тут не знаю вторую неделю, так об этом сейчас первый раз слышу, что стартовый ИП есть. Ну, это в правилах написано, просто видишь, правила не все читают. Ну, я понял. Ну, ладно. Отсюда шмотки за 600? Чешка. Только чешка. Только чешки. А, РДД. Нет, ты мне за это. Ты мне за запы дал 600. Да? А, ебать. Я долбоеб, значит. Сейчас. Видишь, что бывает, когда пиздишь одновременно и раздаешь лут. Так, минус 300. Получается, криптолк. Тебе что начислить? А, ты уже неделю отходил? А я, ну, это после среза. Ну и хиловское кольцо. Остальные в ЦЛК летим. Чё там, бля, никому не надо хиловское кольцо? Давай мне. Синтеку? Нет. А кому? Ультрабист. Я 50 прожал, типа. Ладно, синтеку тогда. Так, это 700 ИП. Кто второй раз, если ИП вдруг получает, сообщите мне об этом, чтобы я отнял. Второй раз ИП получать нельзя. За такие же инстри, кто типа четверг. Ну и в принципе могу и по видео посмотреть. Все, летим ЦЛК. Там этот приз нажал 100%. Ну, у него, наверное, 0 ИП просто и все. Нет? Нет, просто вы телепортировались все куда-то. Ну, раздача лута же идет. Если вам лут нужен, не телепортируйтесь. Ну, давай я отниму этот синтек, если передашь ему, я отниму с тебя. Скажете. Только в целка лечу.